Выбирайте, кому вы сегодня будете. Очень яркое противостояние. И вот, собственно, оно стартовало. Он играет под номером 76. Миронов сейчас набирает скорость. Хорошо. Кошелев. Ох, а здесь ли его идти? Александр Баркалов 24-й. Николай Балакин 69-й. Андрей Алькин. Также готовится смена сейчас. А дальний дробуш хорошо. И пятки здесь скинул. Соловьев. Баркалов хорошо. На Балакин. Балакин. Проход по флангу есть. Здесь Миронов. Берсенев появился в первой четверке. У нас получается отдыхает в этой смене у петербуржцев. Кошелев под удар. Хороший. Ой-ой-ой. Те самые игроки, вот ошибка сейчас, обрезал немножко Кузнецов. И пишут в поддержку своих. Не у всех есть возможность приехать в Петербург. О-хо-хо-хо-хо, дрожь Балакин. Балакин делает счет 2-0 на 9-й минуте. Арбитр, ох, а тут подарок сопернику. 3 в 1, буквально выскакивали. Давских призывают выпустить. Штирают мяч. Соловьев сходу пробил. Можно добить дроп Соловьеву. Соловьев! Сейчас экватор первого мы прошли, но второй там впереди. Ух, какая передача здесь на... Первой игре. Ох, а тут Миронов как... О-о-о, а тут пятый мяч отправляется. Канал высокого уровня. Хороший момент сейчас у ЛГТУ, Дольников. Ой, не хватает какого-то... Какого-то... ...15-й, Дмитрий Дробыш, 23-й. Александр Баркалов 24-й. Ведут с таким счетом после первого тайма. Передача на Дробыша. Дробыш! Ох, как Баркалов здесь ошибся! И... Балакин обратно. Можно пропустить на Дробыша. Нет, на Кузнецова. Кузнецов! Кузнецов! Игроки, которые не заявлены на этот турнир. Там и что здесь? Син с кем-либо из игроков, особенно если есть возможность плечо в плечо. Тюрин. Давай, сейчас может получиться. Атака Липецка. Тюрин. Какой хороший проход здесь. И великолепный перехват. Отличная передача на Соловьева. Соловьев, решай! Соловьев! Липецку. Придача будет Баркалов. Дробыш, Соловьев, Кузнецов и Баркалов. Остаются пока противостоять соперник. Баркалову не удалось здесь мяч. Вместе под ковыра. Да, Петров передачу делает. На Леваку, Леваку на Берсенева, но нет, слишком. Леваку! По 3 очка, но волна за счет победы над гвардейцем выше. И, соответственно, вот как завтра! Миронов! Миронов 8-2. Наверное, это точка в матче, хотя, может быть, и нет. Посмотрим. К нашим трансляциям обязательно следите за всеми матчами. А у нас 9-й мяч. Вот это да. Дробыш, Дробыш бьет. Великолепный. Надо завтра не потерять очки с Макушина. Хотя бы ничего себе.